коморки, что за актовым залом. Привет, друзья! Это опять Дорога в Строне. Группа Дрозды снова готовится к телепроекту, съемки. И, как всегда, конечно же, весь коллектив в сборе. Вообще весь. Мы пришли сегодня репетировать на новую студию. И весь ансамбль, вот они все на местах. Вот, как всегда. Как гроши взялись, так все пять. А как работать, только два. Вот такая вот... Дорога в Строне начинается. Вот сегодня без обуви. Да. Нас раздули вообще. Типа хороший немара. Ботинки снимать. Расплатились нормально. Новая студия, новые комбики. Мега. И это Меса. Меса. Слушай, ты сегодня Месу отслужишь, походу. Ну вот, все собрались, мы начинаем репетировать песню 5 минут. Поехали. Все готовы, да? Сейчас играем на чистовик. Все. Текст у меня. Пока. Все, сейчас точно пишем на чистовик. Поехали. Все, мы едем на съемку. И вот, как всегда, мы снова все вместе. Александра Степанова уже тоже размалеванная. Мы снова приехали в странное место под названием Цех. Мы идем на съемку. 5 минут осталось до съемки. Мы поем песню. Ладно, 5 минут. Погнали. Все. Вот. Мы потихонечку заходим. Ничего не поменялось. Здорово. Вот основные операторы. Все ребята здесь. Здорово. Вот он, настоящий мужчина, наконец. Здорово, вижу, руки заняты. Здорово. Ну, мы просто... Команда, все на месте. Как настроение? Отлично. О, все здесь. Все, внимание, будем писать. И кто не ходит? Слушай, столько крутил, ты же ни хрена не разбираешься половину. Ага, ждем минуту звук. Все тут. Ребят, пожалуйста, тишина на площадке. Ну, окей. Спасибо за подсветку этому замечательному молодому человеку. Рябков Константин, оператор. Расскажем, что здесь происходит. Последний раз, когда ты брал у меня интервью, меня облизала стриптизер. Облизала. Я жду чуда. Я не планирую этого делать. Ты от меня этого не ждешь. Что происходит? Происходит съемка очень классного проекта. Что за проект? Проект называется «Легенды Лайф». «Легенды Лайф» – «Дрозды». «Дрозды» – это уже легенда, это лайф. Мы наберем больше, чем группа «Старый Вольс». Знаешь, сколько нам было? Конечно, знаю. 600 тысяч просмотров на сегодня. А потому что их родители – продвинутые юзеры. А это для вас, ребята, знаете? Да? Да. О, круто. У нас будет декорация, да? Да. Это фирменная дроздовская новогодняя декорация. Это будет выставляться, и это будет как бы новогодняя тема. Это будет как бы Новый год, да. Вот тот самый легендарный человек, который делает легенды из дроздов легенд. Экраны заряжены. Да. Значит, сегодня будут впервые. Мы поем песню черно-белую, а показывать надо будет. По цветному экрану. О, как шагнули мы вперед. Есть такая проблема, что все группы забывают слова. Есть суфлер для нашей солисты? Есть. Серьезно? Серьезно. Да. Блять, как мы апдейтили сюда, но да? Но не работает. Как не работает? У вас по райдеру есть суфлер? Да. Конечно. А, да? В райдере. После пункта вино идет суфлер. Вино, суфлер и хаббер. Ладно, мы пошли переодеваться. Давай. Мы на радио сегодня. Увидимся еще. Костя, мочи там зелененькие кнопочки свои. Александра Степанова, откуда это богатство, вот это вот наряд, шелка из вообще? Из магазина. Вот это подготовка. Да. Это от кого? Так я же не знаю. Ну что ж ты так? Это же Дольче. Дольче? Да. А бантик от Габбана. Мы через один номер. Скоро начнем. Саша, вот только что мы определили, что к спортивному костюму вот этот от Дольче и Габбана. Она хочет, все, а подойдет, что покажи? Вот это платье. А теперь на камеру снимай то. Я пока, как ты говоришь, не настолько в шоу-бизнесе, да?
Вот, вот сейчас и посвятим. И вот оно, преображение, искусство преображения. Вообще, я не трогал, видел, да? Ну, как бы... Обозначил. Красивый цветочек, который как бы уплотняет 2.5. Дает объем вообще, да? Да. И только группа Дрозды никуда не спешит и шамкает там, да? Сюда поесть пришли. Сухарики, да? Это вы развели бардак? Сейчас нас снимут вообще те, кто... Суп закончился, но сухарики остались. Группа Дрозды может путаться в словах 5 минут, чтобы этого не было. Мы сейчас готовим суфлер. Суфлер будет у нас. Мы как настоящие профессионалы. Как на лучшем телевидении. Фонограмма. Как? Косою пальчики в удобных тренировочных штанах. Угадай, какую песню мы будем петь. По костюмам. По костюмам. 5 минут, не первый раз. Нет, шар голубой. Крутится, вертится, шар голубой. Ну это же известная советская песня. Да. Вот такие, оп, отжимаем переулок, маску. Отжимаем его. Пока я малой, с маской есть. А если отожму? Смазка первого отжима. 4 минуты до нашего выступления. Ребята фотографируются на память возле елочек. Возле елочек? Вы такая классная пара. Серега, руку убери. Со своей попы. Покажи, а что он фотографировал? Давай. Удачные кадры. Профессионал. Костя. Ребята, живой звук пишем. А, все, живой звук задачи. Ансамбль. Ансамбль готов. Мы начинаем выходить на сцену. Наш номер. Ух ты, как ты нарядно. Новогодний ты себе сделал. Пошли посмотрим на Новый год. Можно повеселиться. Пошли посмотрим. Никит, это было лучшее шоу. Это было реально молодцы. Классно. Так сделали, как Том Йорк, знаешь, как бы. Кто сейчас? Дрозды. Что сейчас? Дрозды. Новый год. У нас по расписанию с обедом. Новый год. Дрозды. Здорово. Как дела? Ты готов? Отлично. Ты попал в Дрогастроль, чувак, вообще тебя разорвут фанатки. У нас самый больше просмотров вообще. Я не сомневался, Виталий. 16. Так, что такое за полежуки? Давай, подвинься. Ты тут с кем вообще? Как? Такой... С подругой. Так, где она? Снизу можно, серьезно. Ну ты же как бы нас сейчас тут, да? Как бы да. Ты обалденно выглядишь. Ну вообще как бы, ты чем занимаешься? Лежу тут. Тут лежишь? Ну, третий день. Третий день лежишь? Да. Ну и что, варианты есть? Нет. А, тоска. Ни одного варианта. Может, ты как-то не так лежишь? Я специально для группы Дрозды выставляю новогодние декорации. Ну что вы стоите, давайте елки носите. Что вы ходите? Елки давайте для группы Дрозды носить туда-сюда. Вот, пошла еще одна елочка. Куда ты стул взял? Елку бери. Вот, елочка. Андрюха, в лесу родилась елочка. В лесу она росла. И стала барабанщику. Лучшая жена, а? Ну что, вы готовы? Ребята. Вот классная пацаны, вот сейчас девчонка. Смотри, спрячьте, пожалуйста, кого от бас-гитары, если я пишу. Спасибо, звучащий. Вас не смутило мое такая?
Хорошо, что не порвалось. О! Мы давно в шоу-бизнесе, там уже все порвано. Так нет, это перевешка работа. Можно? Поехали. Что, говорить? На площадке. Говори. А вот, друзья, вы знаете, что для группы Дрозды такое Новый год? Новый год для нас – это праздник. Новый год для нас – это улыбка. Новый год для нас – это шампанское и шары на елках, которые кот вот так вот туда-сюда мутузит, да? С этими с елочными игрушками со всеми. Новый год – счастья всем от группы Дрозды. И позитива, веселья. Вот мы же костюмы не зря вот купили классные. Ну а теперь начинается саундчек на площадке, на съемочной площадке. Музыканты выходят, включают инструменты. Саша Степанова на месте, вот там все. А? Саундчек! Сели съемок! А сейчас, друзья, внимание! Дрозды будут петь песню 5 минут. Помните, что солист не знает слова. И всяческими движениями подсказывайте все эти дальше куплеты, которые там еще. Вы же знаете слова? Вот чем мне нравится вот компания «Медиакум», они подбирают массовку, которая знает все слова всех песен. Вот только поэтому группа «Старые Вольцы» уже набрала 500 тысяч просмотров. Работает! Итак, 5, 4, 3, хлопай! Я вам песенку спою про 5 минут. Эту песенку мою пускай поют. Пусть летит она по свету. Я дарю вам песню эту песенку про 5 минут. 5 минут, 5 минут. Пой часов раз постой. 5 минут. Разобраться, если строго, даже в эти 5 минут можно сделать очень много. 5 минут, 5 минут, по часам раздаться в ссоре. Помиритесь все, кто в ссоре. На часах уже 12 без пяти. Новый год уже, наверное, в пути. Нам учиться полным ходом, скоро скажем с Новым годом. На часах 12 без пяти. Новый год он не ждет, он у самого порога. 5 минут пробегут, их осталось так немного. Милый друг, поспеши, зря терять минут не надо. Что не сказано, скажи, не откладывая на год. Милый друг, поспеши, что не сказано, скажи, не откладывая. Желать хотим вам счастья. Вот сидит паренек, без пяти минут он мастер. Без пяти, без пяти, но без пять минут немного. Он на правильном пути, хороша его дорога. 5 минут, так немного. Он на правильном пути, хороша его дорога. Пока я песню пела, 5 минут уж пролетело. Новый год! Часы 12. Новый год настает. С Новым годом, с новым счастьем. Время мчит нас вперед. Старый год уже не властен. Пусть кругом все поют. И тут в улыбках лица, ведь на то и Новый год, чтобы петь и веселиться. Новый год настает, с Новым годом, с новым счастьем, с Новым годом, с новым счастьем. Скажите пока. Все, мы с вами попрощаемся.
Мы больше никогда не увидимся, эти дети не мои. Ну все, друзья, ну с четвертого раза, да, слова непростые. Мы записали эту песню, 5 минут, всех с Новым годом. Группа Дрозды, Дрогастроли, с вами прощается. Всем хорошего настроения, пока.